белый, и мячик. У меня не килограмм ячеек в этом. Багира она, да? Багира, да. Багира и Райт. Ротвейлер и немецкая овчарка. Они друзья. Они вместе гуляют. Вместе дрессируются. Сейчас посмотри, как... Вместе гоняют мячик. По два мяча одновременно, посмотри. А ну. Она и три, и палочку еще. Багира, а ну покажи. Боже, это сразу два. Это же надо такую пасть иметь. Она еще и палочку при этом может взять. Запихнуть в себя. Сразу два мяча. Ай, красивое дело. А я палочку еще заберу. Багира, смотри, какая палочка. Иди сюда. Смотри, какая палочка. Райду отдам. Любит она. А вот Райд, ему мячик не достался. Зато у Багира их сразу два. Как она их помещает? Такой маленький ротик. Очевидно, он не маленький. Очевидно, да. Бегает, бегает, чтобы, не дай бог, никто не забрал эти мячики. Багира, покажи, какая ты красавица. Красавица. А Рай стал в стоечку. Я тоже красавец. Какой я мощный и красивый. Но у Багиры два мяча. Да, проблема вот в чем. Да. Поэтому она круче. Да. Где она ушла? Не, она... Ага. Вот она где. Добычу носит. Она знает, стоит положить, одного мяча не будет. Несет, 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 несет. Пронесла мимо. Пронесла. И пошла. Багир, покажись. Вот шило в попе. Шило, настоящее шило. Мы ходим, ходим, нигде не остановиться. Там остановились, там дети.